понести потери, жизнь ближнему доверить, я готов открыть двери, я готов победу верить, я готов нести потери, жизнь ближнему доверить. Я сделал выбор свой, иду одной тропой, с душевной русской братвой, с верой в сердце, с духом в теле. Мои братки всегда в пределе, живут на юге, не мают от скуки, крепко жмут руки, жизнь толкает к беспределу, к обрисованному мелом телу, к действенным тяжким мерам, но враг должен сломаться первым. Мне не интересен расклад мировых новостей, и кто диктует моду козырных мастей. Пуф, не принципиально погода, нет планов, не то что на жизнь, даже на полгода. Никому не нравится номер два, потому и говорят, что земля мала. Золото блестит уж слишком ярко, оттого в груди пацана так жарко. Цель многих — подняться до небес, но при этом в глазах не терять бы вес. Быстрые деньги, как запах крови, акул привлекает, а пацаны кает, значит его лихом поминает. По России за бугор до Европы обратно мотает нашего брата, а значит так надо, так положено волей Божию. Жизнь мяч футбольный, рваный, перешитый, видевший победы, ногами часто биты. Нервы ни к черту, рвутся как нитки, но дух поднимают моих братьев улыбки. Я готов открыть двери, я готов победу верить, я готов нести потери, жизнь ближнему доверить, я готов открыть двери, я готов победу верить, я готов нести потери, жизнь ближнему доверить. Готов ли ты слепо верить в Бога, идти вперед, не зная, куда ведет дорога? Готов ли ты, побеждая страх, не опуская руки, стоять твердо на ногах? Готов ли ты отчаянно бороться и кровь свою пролить, если придется? Смотря в глаза, на сердце руку положи. Готов ли ты, скажи?